Всем привет, мои дорогие! Сегодня продолжаем тему первого урока капкейки. Часть 3. Готовим сегодня шоколадные капкейки с шоколадно-ореховой начинкой и шоколадным масляным крем-чизом. Эти капкейки очень вкусные, но в принципе приготовить их не так сложно. Главное следовать рецепту. И для начала мы приготовим основу. Шоколадные кексы. Для приготовления шоколадных капкейков на 14 штучек нам понадобится 220 грамм муки, 220 миллилитров молока, 200 грамм сахара, 160 грамм сливочного масла, 50 грамм какао, 2 яйца, 2 чайные ложки разрыхлителя, щепотка соли. Начнем приготовление. Мягкое сливочное масло помещаем в глубокую миску или чашу миксера. Добавляем сахар и щепотку соли для баланса вкуса. Взбиваем миксером до пышной посветлевшей массы 3-5 минут. Затем добавляем по одному яйца и снова взбиваем. В другой сухой миске соединяем просеянную муку, просеянное какао. Какао обязательно просеивайте, так как оно имеет свойство комковаться. И разрыхлитель. Перемешиваем венчиком. Затем частями вводим сухие ингредиенты, чередуя с молоком. Перемешиваем миксером на небольших оборотах до однородности. Вот такое получается шоколадное тесто. Не сильно густое, но и не жидкое. Для удобства и равномерного дозирования воспользуйтесь большим кондитерским мешком. Выкладываем тесто в капсулу для капкейков. У меня бумажные с усиленным верхним краем. Ставим кексы выпекаться в разогретую до 175 градусов духовку. Стандартный режим вверх-вниз, без конвекции. Но всегда ориентируйтесь на особенности вашей духовки. Выпекаем примерно 25-35 минут. Готовность обязательно проверяйте зубочисткой. Готовые кексики перекладываем на решетку и полностью остужаем. Наши шоколадные кексики готовы. При остывании тесто немного осядет. Это ничего страшного. Самое главное, что они пропечены. Мы проверяли зубочисточкой. Да? И не пересушены. Тесто не отстает от стенок. А все равно серединка у нас вырежется, наполнится начинкой, сверху будет красивая шапочка из крема. Напомню, что такие кексы, как полуфабрикат, можно хранить в холодильнике до 5 дней. А также можно замораживать и хранить в морозилке до 3 месяцев. Но так как начинку нам готовить не надо, я напомню, что у нас это будет шоколадно-ореховая паста, то нам осталось только приготовить шоколадный масляный крем-чиз. Давайте начнем приготовление. Для шоколадного крем-чиза на масле нам понадобится 280 грамм творожного сыра, 140 грамм сливочного масла, 100 грамм сахарной пудры и 40 грамм какао. Мягкое сливочное масло отправляем в миску. Добавляем к нему сахарную пудру и взбиваем миксером до пышной светлой массы, примерно 4-5 минут. Затем частями добавляем холодный творожный сыр и недолго взбиваем до однородности. В конце также частями добавляем какао-порошок и опять взбиваем. Можете добавить чуть больше какао, если любите более насыщенный шоколадный вкус и цвет. Как только масса станет однородной и гладкой, крем готов. Перемешайте его аккуратно лопаткой. Перекладываю крем в кондитерский мешок с насадкой.
Крем на масляной основе можно хранить в холодильнике до 36 часов. Если он в холодильнике у вас сильно замерз, вам нужно с ним работать, просто достаньте его, пусть он постоит минут 30-40, станет более мягким, можно будет с ним работать. То же самое наоборот, если он стал очень мягким и тяжело делаются узоры, просто сложите его и уберите в холодильник, немножечко стабилизироваться, также на 30-40 минут. Он станет более плотным, более твердым, так как масло в составе подморозится. У нас готов шоколадный крем, у нас готовы шоколадные кексы. Паста шоколадная для начинки постояла в тепле где-то 2-3 часа, стала очень мягкой, пластичной. И теперь ее, так же как любую начинку, можно переложить в кондитерский мешок, чтобы было удобно дозировать. Но можно обойтись без кондитерского мешка и дозировать просто ложечкой. Мы приступаем к сборке капкейков. У остывших капкейков плунжером вырезаем серединку. Заполняем серединку шоколадной пастой. Сверху высаживаем шапочку из крема. Украшаем по желанию. Шоколадные капкейки готовы. Приятного аппетита! Вот такие замечательные супер-пупер шоколадные капкейки получаются. Влажный, сочный шоколадный бисквит, шоколадно-ореховая начинка и очень вкусный, нежный, насыщенный шоколадный крем-чиз. Такие капкейки просто приготовить у себя дома. Приготовьте, у вас обязательно получится. Не забудьте поставить лайк под видео, вся полезная информация есть в описании. Всем огромное спасибо за просмотр. Балуйте себя и своих близких. Пока! Вся полезная информация будет в описании. Балуйте. Давай еще раз. А также у нас шоколад.